Там, что мы занимаемся либо лейкозниками, а многие занимаются там у людей, которые проблема с ДЦП и все остальное. То есть во многих фондах нам идет как бы отказ. Очень. А многие вообще не отвечают. А сделали вот то, что нам группу предложили, сделали в Фейсбуке и в Одноклассниках. Люди присылают непристойные вещи. Давайте мы с вами встретимся, я с вами пересплю, тогда я вам заплачу. Просто вот такие вещи, причем на каждом шагу или в черный список заносят. Все, больше как бы я уже не знаю, что правда реально делать, чтобы как бы... Мне главное, чтобы их поднять, чтобы у них все было хорошо. Мне для меня это самое главное, чтобы у детей вот здоровье поправить, узнать, почему идет ЭПО-синдром. У нас здесь врачи ну реально ничего не знают. Нам приходится ехать в Москву, потому что... Понятно, слабая, в регионах ее вообще нет, все разворовывается, это все понятно, это особенности российской жизни, это мне надо рассказывать, это все я понимаю прекрасно, и большинство умных людей это понимают. Понимаете, вопрос сейчас все-таки вам собрать денег, как бы, и вот вы должны все-таки в своих посылах больше... Конечно, надо рассказывать, конечно, надо объяснять, что происходит, что вас не лечат, что там скорая не приезжает и так далее, как вы мне рассказывали. Но задача все-таки, конечно, информация везде должна быть, и должны быть ваши контакты под видео, под вашими постами в социальных сетях, с миру по нитке, да, вот кто-то на доску даст, там, как мы, допустим, кто-то... на лекарства, кто-то на поездку в Москву и так далее. А в итоге и найдете фонд, который, может быть, заплатит за лечение в Америке. Поэтому я бы на самом деле порекомендовал вам не только фонды писать, но и все-таки богатым людям. Конечно, большинство из богатых людей в России, олигархов, это подонки, которые только деньги на себя тратят, на яхты и на самолеты, на детей их наплевать. Но, может быть, вы найдете, есть все-таки, я думаю, какие-то предприниматели, которые... Многим мы даже писали губернаторам, они вводили просто в черный список, и все. Губернатор это бесполезно. Вы знаете, даже вот у нас в Кисловодске, я прихожу в аптеку и говорю, мне нужен конвулекс, именно в субспензии. Они говорят, нету, извините, мне пришлось в Москву ехать, чтобы купить этот конвулекс. Представляете, ну это ж вообще... Я все понимаю, все представляю. Давайте тогда так, Нина, публикуйте, значит, еще раз присылайте мне всем сообщения, ваши контакты все. Я публикую это видео. Мы в ближайшее время собираемся сделать сайт большой вот нуждающихся, о людях, которые нуждаются лечением в Америке. Там будет тоже это ваше видео, обещаем его разместим. Ну, чем мы можем, мы готовы вам помогать. Ну, будем на связи. Спасибо вам огромное, потому что у меня просто уже как бы сил нет. Куда бы мы ни обращались, везде ни ответа, ни привета. Ребят, как вас зовут? Лада. Меня Лада, мне 9 лет. Я Устишлав, меня зовут Устишлав, мне 7 лет. Школа 8 будет. Хорошо, ребят. Хорошо. Спасибо вам большое. Огромное спасибо. Ладно. Всем успехов тогда. В общем, будем надеяться, что наше видео, во всяком случае, кому-то западет в душу и тоже, может быть, кто-то вам поможет. Указывайте все контакты. Я обещаю, мы купим вам доску. Присылайте ваши банковские реквизиты. Проплатим. Спасибо вам огромное. Хорошо. Спасибо вам, правда, огромное. Ну все, ладненько, до свидания. Все, пока. До свидания. Спасибо вам огромное.